Росавтодор согласовал программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Тувы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершился этап подготовки к старту на территории республики национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализацией которого руководит Министерство транспорта России. Отмечается, что в сентябре прошлого года началось определение участков дорожной сети республики и Кызыльской агломерации, которые должны быть приведены в нормативное состояние. В конце января в Росавтодоре состоялось совещание с участием представителей региона, где были поставлены первоочередные задачи. Кроме того, предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности дорожной сети, в том числе за счет размещения автоматических пунктов «Платон». Следующим шагом для региона в подготовке к началу реализации этих задач станет заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. Финансирование программы комплексного развития транспортной инфраструктуры республики из федерального бюджета в рамках национального проекта в текущем году составит около 330 миллионов рублей.